Ну, эту одну вообще можно вот сюда в комнату, где больные. А? Вот все сюда в комнату, где больные. Так. Там вообще можно за историю вести. Боже, ребята, я хочу сказать огромное спасибо. У нас прекрасная команда. Саша, который помогает нам. Жена его Марина. Так, втекай, Маша. Муж мой, Вова. Всем большое спасибо. Выходи. Давайте я его вытащу. Вов, держи. Снимай. Ой, люди мой. Эти кот, эти девочки, я даже не знаю. Про это машина. Ничего страшного. Все. Клетка. Одеяло. Одеяло. Тут было одеяло. Вот, бери. Бери одеяло. Давай, давай, давай быстрее. Воду не дают. Мое пультик. Откуда они? С острова все, да? Да. Они все в солярке. Мазуте. Ну, понятное дело. Так. Так, что-то надо тоже воды поставить ей. Ага. А так там еще куча собак. Ага, все, доброе. Вова, Вов. Оставляй, пожалуйста, Люду, иди, там куча собак еще. Света, думала еще и перевезти. Вот клетка буду сюда. А ну, сейчас, одну секунду, может, действительно сюда, подожди, Вова. А ну, подожди, кого можно сейчас сюда заселить? Никого. А ту, а, ага. У него горло. Если я поселю, короче, общежитие занято, я поняла. Да. Все. Я поняла, значит, Йохан и Бабай. Ну ладно, пошли. Ладно, пошли на улицу. Тут все занято у нас. А щенка нельзя? Ладно, давайте несем тогда, Вов. Эту клетку мы всю не унесем. По одному, да? Да, их надо по одному. Люда, на. Снимай. Там, ну куда ж ты пальцем ставишь? Пальца не видно. Нет, иди сюда, да. Иди сюда, да. Ну, ставь на паузу пока. Занести? На улицу несем? Да, да. Какой? В Оскара вольер можно. Вот там вот, где деревяшка сейчас стоит. Thank you.
втроем, да. Втроем будет очень тяжело. А сколько? Семь штук. Семь штук. Ну, пожалуйста, ну не трогай. Подожди. Да, очень ровно. Это надо, чтобы и света брала.